Узор для шали, две ручки. Вот схема к этому узору. Схему, как всегда, вы найдете на моем сайте, ссылочка будет под видео. Начинаем вязать этот узор 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А теперь мы вяжем веерочек из 6 столбиков с 4 накидами через воздушную петлю. Обратите внимание, когда вы вяжете столбики с большим количеством накидов, нужно брать крючок вот с ровным стержнем. Бывают крючки, у которых стержень вот расширяется. При этом у вас будут не очень красивые столбики, если в них много накидов. Так, вяжем 6 столбиков с 4 накидами в первую петлю нашей воздушной цепочки. Один столбик. Делаем воздушную петлю. Второй столбик с 4 накидами. 4 накида. В эту же петелечку, то есть все мы вяжем, все 6 столбиков в первую петлю нашей начальной цепочки. Между столбиками делаем одну воздушную петлю. Воздушная петля, еще один столбик с 4 накидами. Также в первую петелечку. Так, это у меня уже 4 столбика. Можно связать еще 2. Пятый столбик. Воздушная петля. Шестой столбик. Все столбики с 4 накидами. Вот у нас готов этот веерочек. 6 столбиков. Ну и роль еще одного столбика выполняют петли подъема. Теперь мы поворачиваемся и без воздушной петли для поворота обвязываем этот веерочек соединительными столбиками. Соединительный столбик на столбике, соединительный столбик под воздушную петлю. И так обвязываем весь этот веерочек. Соединительные петли вяжем и на столбиках, и на воздушных петлях. В самом конце ряда мы вяжем соединительный столбик под петли подъема. И еще один соединительный столбик в петлю. То есть 2 соединительных столбика у нас в конце ряда. Вот у нас готов первый веерочек. Все остальные ряды вяжем точно так же. И в каждом нечетном ряду увеличиваем количество веерочков. То есть сейчас их будет 2. Также делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, поворачиваемся. И теперь вяжем веерочек так же, как и вот первый, из 6 столбиков с 4 накидами. Вяжем их на последнем соединительном столбике. Также 6. Столбиков с 4 накидами, между ними делаем по воздушной петле. И все столбики вяжем вот из одной точки, из последнего соединительного столбика предыдущего ряда. То есть всегда у нас вот первый столбик в нечетном ряду будет вот связан таким образом. Так,
4. То у меня уже 5 столбиков, еще последний, 6-й столбик, который с краю. Во всех остальных веерочках у нас будет по 7 столбиков. А вот теперь мы вяжем столбик без накида на центральном столбике. То есть вот на 4. Вот он у нас центральный столбик. На нем мы вяжем столбик без накида. И следующий веерочек мы вяжем на крайнем соединительном столбике. В этом веерочке у нас уже будет 7 столбиков с 4 накидами. И также их вяжем через воздушные петли. В общем-то, все очень просто. Я просто покажу еще один ряд, чтобы было понятно, как вот вязать эту обвязочку из соединительных столбиков. Сейчас свяжем этот веерочек. Я так думаю, что дальше уже все пойдет как по накатанной. Чем хороши узоры вот связанные от нижнего угла, ну, вот узоры для шалей, тем, что вы всегда можете остановиться. Ну, если у вас или ниточки закончились, или вас устраивает размер, то есть не нужно рассчитывать заранее, сколько вот набрать какую цепочку, если при вязании от верхнего края, так, посчитаю 6, еще один столбик, 1, 2, 3, 4. Узоры от угла, они очень такие вот приятные. Так, вот в этом ряду у нас получилось уже 2 веерочка. Также обвязываем, поворачиваемся, соединительный столбик на последнем столбике, соединительный столбик на воздушной петле, и также обвязываем, как мы уже это делали вот во втором ряду. То есть все четные ряды, они состоят из соединительных столбиков. Хочу показать, чтобы как вот тут вот в центре у нас что будет. Здесь мы еще вяжем соединительный столбик на столбике без накида и продолжаем обвязывать следующий веерочек. Также на столбиках под воздушные петли. В следующем нечетном ряду будет 3 веерочка, то есть 2 веерочка краевых, они будут связаны вот так же, как в третьем ряду, а еще один веерочек центральный будет связан вот на это, на соединительном столбике, который на столбике без накида. Я думаю, что, в общем-то, схема несложная, все понятно. Давайте покажу вам большой образец. Вот такой образец у меня получился. Как вы видите, его можно, он хорошо тянется и в эту сторону. Вот по высоте он тянется хуже. А вот по ширине очень хорошо. То есть, в общем-то, этот узор, шаль получится такая не очень хвостатая. То есть здесь вот угол меньше. Вот эти вот углы, они, как видите, получаются больше 90 градусов этот угол. То есть, скорее, этот узор, он хорошо подойдет и для шали такой, не очень хвостатой, и для бактуса. Очень хорошо вот тянется в горизонтальном направлении, в вертикальном хуже. То есть, в идеале это ближе, так сказать, к бактусу. Ну, можно связать и такую шаль, то есть потом с
сложив ее, как зафиксировав ее влажно-тепловой обработкой. Узорчик очень такой интересный. Лучше он, конечно, смотрится по лицу, по изнанке чуть менее интересно. По лицу он хорошо смотрится вот за счет этой обвязки соединительных столбиков. Вот такие вот веерочки. Вязать, в общем-то, несложно. Рисунок очень простой. Когда, так сказать, свяжете первые несколько рядов, дальше уже можно действовать без схемы, то есть до нужного вам размера. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!